Здесь у меня руки. Здравствуйте. Прошу. Спасибо большое. Нашему шалашу. Мама, можешь сажать, это надо будет собирать еще опять. Мама. Ну подожди, я поснимаю, потому что мне интересно показать, как эти маршруты такие. Колоритные маршруты, знаешь, через эти колючки. Нелегальные иммигранты из Гонолулу продолжают свой путь. Прозевал. Прозевал ты нас. Не, вовремя, вовремя. Ну просто в тему будет. Опять, друзья, нелегальные иммигранты из Гонолулу делают свое дело. В который раз пограничники спят. Никогда не увидит тебя.
Ну что вам, друзья, сказать? У Кости маршруты, как обычно, экстремальные, переживательные, интересные. Это людям и нравится. Поэтому мы, собственно говоря, здесь и собрались.